«Единая Россия» наградила студентов, которые ведут активную добровольческую деятельность. Волонтеры работают в колл-центрах, помогают доставлять лекарства амбулаторным больным. По словам руководителя регионального исполкома партии Марата Ядзуева, ребята, которые совмещают учебу с волонтерством, настоящие герои. Он отметил, что каждый, кто готов пробовать свои силы в общественно-политической деятельности, может принять участие в кадровом проекте партии «Политстартап». Он как раз создан для молодых людей с активной жизненной позицией. Любой молодой человек может принять участие в нашем предварительном голосовании, независимо от его подготовки, скажем так. Самое главное, чтобы у него было желание, и он должен либо быть в «Единой России», либо не быть ни в другой политической партии, то есть может быть беспартийным. Молодежь у нас активная, молодежь замечательная, молодежь прекрасная. Наша работа с учетом вот пандемии больше у нас направлена на оказание продуктовой помощи. Также мы работаем с 7-й поликлиникой, с поликлиникой, которая предоставляет лекарственные препараты для тех, кто находится на домашнем амбулаторном лечении. В дальнейшем у нас есть большие планы. Главное, чтобы нам время позволило и пандемия отступила.